Ну, Серега уже меня часик представил, я Даня, да, я расскажу уже сегодня про energy-based модели. Небольшой прям вот префейс, опять же, зачем это все нам нужно. Я примерно где-то месяц назад по нему горел. Никита, кто работает со мной над NLP-задачей, над NLP-ресерчем, горел вроде чуть пораньше. И, ну, вообще, вот, я не знаю, как у вас, но у меня всегда было так, что вот я что-то слышал там про IBM, но всегда казалось, что это что-то очень страшное, странное, непонятно, как это все работает, но при этом Ликун почему-то постоянно про это постит в Твиттер. Я такой, ну, может, там что-то есть, может, чего-то нету. Ну, то есть ограничения, которые там возникают про energy-based модель, которые я расскажу, они в целом понятны, но как какая-то такая идея того, как можно обучать модели, это в целом звучит достаточно интересно, да, можно как бы достать какие-то инсайты того, как можно делать какие-то вещи, как показывать, что модели работают там, обучаются теоретически как-то обоснованно. Короче, как мне показалось, energy-based модели достаточно интересная штука, и вот я про них как раз сегодня расскажу. И небольшой дисклеймер, опять же, доклад предновогодний, времени не очень много, очевидно, я расскажу не все про energy-based модели, но я вот расскажу какой-то такой вот dive in в energy-based модели, чтобы можно было уже представлять, что это такое, не бояться этого слова. И если интересно, уже копаться в чем-то дальше, там, как это все работает. Вот. И начнем издалека. Мы когда обучаем какую-то модельку, в частности, вот мы сейчас говорим только про генеративную модель, нам нужно задать какую-то плотность там, распределение над данными, которое мы бы обучали при помощи какого-либо метода. И вот какие методы вообще сейчас есть. Ну, вот предсказуемо мы можем проектировать эту плотность, да, но мы можем задать какие-то параметры, которые бы нам обеспечили функцию, которая суммирует свою единицу везде положительное, не отрицательное, и обучать ту штуку. Там, за примерами далеко не нужно ходить. Примерно 99% там, того ML, который мы сейчас делаем, да, в частности, там и какие-то исковые модели, они параметризуют распределение над данными там, и так далее. Второй способ, достаточно очевидный, который приходит в голову, когда мы хотим еще потом сделать это обратимое отображение потоки, в которых мы при помощи небольшого махания руками можем показать, что можно легко задать функцию, которая будет суммироваться в единицу и будет неотрицательной при помощи обратимых отображений. И задав таким образом плотность, тоже можно как-то обучить ее и с ней работать. Очевидно, там у них у подобного подхода есть недостатки, в том, что сложно как-то придумать такие отображения. Если мы придумали, то они там не самые гибкие становятся и так далее, но в целом так сделать можно, подход имеет право на существование. Третий, как бы точно подход, который последний, наверное, из всех, который первый приходит в голову, это не задавать плотность вовсе и вообще об этом не париться, а просто задать процесс сэмплирования из модели, да, то есть GAN, по сути дела. То есть по большей части все, ну, практически все модные, прикольные генеративные модельки, про которые вы видели там с изображениями, они работали поверх ганов, да, то есть обучались в такой адверзариевой манере и параметризовывали именно процесс сэмплирования из модели, а не саму плотность. И вот на этом примерно все и заканчивались вот такие вот очевидные подходы, как можно что-то сделать. Но на самом деле вот четвертый подход, который уже достаточно старый, это energy-based модели, в котором мы будем задавать плотность, ну не совсем плотность, будем задавать какую-то функцию, не будем париться о ее суммировании в единицу. И как это вообще вот может тогда работать, вот я об этом сегодня и расскажу. Собственно, вот таким образом мы как раз таки можем ее задать. Да, мы можем задать какую-то функцию энергии, которая зависит от наших параметров, которая выдает, ну, по большому счету, просто целочисленное значение от минус бесконечности до бесконечности. И нет никаких гарантий того, что оно вот обучается, суммируется в единицу, и все. И здесь, соответственно, Z – это вот какая-то константа, которая нормализует нашу вот эту вот функцию для того, чтобы она суммировалась в итоге в единицу. И примерно на этом месте можно было бы сказать, типа, ну вот все, вот эту штуку теперь нужно обучать, но очевидно, что, ну, не совсем ясно, как это делать, потому что эту константу мы никак не можем посчитать. Соответственно, непонятно, как эту модель обучать, да, при помощи максимума худо, непонятно, как ее сэмплировать и так далее. И как раз-таки вот весь research в energy-based модели, он как раз-таки вертится вокруг этой задачи. Как вот взять вот эту функцию, заданную таким образом, ее обучить, как будто бы это какая-то плотность для того, чтобы максимизировать вероятность на наших каких-то данных, для того, чтобы сделать распределение, которое моделируется этой моделью, похоже на то, которое у нас есть в данных. И
Вообще, в целом, overall есть примерно три способа это сделать, но я буду говорить сегодня про первые два, опять же, потому что про третий, про скор-мэтчинг пару недель назад рассказывал Валентин. Он рассказывал это в контексте скорее диффузионных моделей, которые имеют очень явную связь со скор-мэтчингом, но я про нее говорить не буду. Там достаточно неприятная математика, возникают всякие вторые производные и так далее. Валентин об этом рассказал уже. В целом, можно послушать предыдущий семинар для того, чтобы узнать больше про score matching. Я расскажу про maximum likelihood estimation и noise constraint estimation. Вот такие вот два основных подхода, которые можно обучить эту модель, которые очень простые на самом деле, опять же, чтобы понять, что эта штука не страшная. Ну вот, начнем с MoE. Опять же, вот у нас есть наша какая-то плотность и наше естественное желание. Давайте мы возьмем и максимизируем вероятность тех данных, которые у нас есть, да, мы возьмем засэмплим наши данные и будем максимизировать алгоритм их вероятности. Вот если мы так будем делать, то как бы совершенно непонятно, опять же, как это все обучать. Нам хочется посчитать к этой штуке градиент для того, чтобы двигаться по его направлению, для того, чтобы максимизировать величину, но здесь у нас возникает градиент от алгоритма z, да, вот этой константы, которая, опять же, вроде как непонятно, как посчитать. И я здесь покажу, как его можно посчитать. Я в дисклеймере писал, что не буду углубляться слишком много в страшную математику, но на самом деле здесь математика очень примитивная и доступная, мне кажется, одиннадцатикласснику. Результат очень магически выглядит, и поэтому, мне кажется, будет полезно его увидеть для того, чтобы никакой магии нет, но получается магический результат. Вот мы, если попытаемся взять градиент алгоритма этой величины по определению, чего мы можем сделать? Во-первых, мы градиент алгоритма можем по свойствам градиента алгоритма расписать, да, теперь взять только градиент от вот этого интеграла внутри и поделить на величину под алгоритмом. Дальше мы вносим просто наш градиент снова под интеграл, пользуемся свойством градиента экспоненты, да, то есть это экспонент от исходной величины, ну, буквально это производная сложной функции умножить на градиент величины под ним. Теперь мы видим, что вот у нас слева остался просто какое-то число, мы его можно спокойно внести под интеграл. И на самом деле мы теперь замечаем, что вот это вот то, что осталось под интегралом слева, это сама по себе z. Да? То есть это z, точнее не z, это целая вероятность данных наших, которые есть. И получается, что градиент вот этой алгоритма z на самом деле можно легко оценить, и сэмплируя данные из нашей EVM-модели и считая градиент энергии на этих данных. И то есть на самом деле в итоге получается, что ОС, который будем обучать, он выглядит примерно так, да, то есть мы сэмплим данные какие-то правильные из нашего датасета и делаем так, чтобы на них энергия имела маленькие значения, и сэмплим данные из модели и делаем так, чтобы энергия на них принимала большие значения. Вот и все. Опять же, в чем здесь магия? Забавное сходство, что эта штука очень сильно похожа на ГАНы, в частности на Вассерштейн Ганы, да, то есть за исключением того, что мы здесь никак не ограничиваем нашу Липшицеву константу. И это похоже на такой Вассерштейн Ган, в котором у нас, да, дискриминатор пытается сделать маленькие значения на правильные данные и большие значения на неправильные данные, при этом неправильные данные, которые вот сэмплятся, они сэмплятся неявно из самого дискриминатора. То есть вот такое забавное сходство с Ганами у EBM-моделей можно пронаблюдать. Возникает единственный вопрос в том, как вообще можно сэмплить из этой модели, потому что, ну, вот опять же, у нас есть вот как бы монета, энергия, определенная константа, непонятно, как это сделать. На самом деле это можно сделать достаточно понятным алгоритмом при помощи Langevin Dynamics разнообразные MC алгоритмы. Вот как раз-таки в них я углубляться не буду. Я думаю, если кто-то из вас там учился в Шаде или еще где-то у вас уже есть PTSD по поводу того, что там их очень много заставляли показывать, как это все работает внутри, доказывать. Можно просто принять на веру, что если вот таким вот алгоритмом трационным обновлять наши сэмплы, то можно получать сэмпл из этого распределения, если достаточно много сэмплов сделать. Да? Берем какой-то исходный сэмпл, случайный, x нулевой, скажем. Мы считаем градиент нашей энергии вот в точке этих данных. Мы, соответственно, сдвигаем наш исходный как бы guess на то, на наш sample, сдвигаем по этому градиенту, еще добавляем какой-то случайный небольшой шум z, который взят из нормального распределения, для того, чтобы у нас была какая-то чтобы наш сэмплинг был недетерминистическим.
И вот так вот, повторяя какое-то количество раз, да, мы можем получить сэмпл из полученного распределения. И вот на самом деле вот в этот момент все, уже MoE обучение для нашей модели готово. Да? То есть мы должны взять, достать из датасета наши данные, взять, засэмплить из нашей модельки, которая не обучена, неправильные данные, посчитать на них энергию, оптимизировать энергию. Все, в этом моменте уже все начинает работать. Единственная проблема, которая здесь заключается в том, и вот весь research как раз-таки в MoE модели заключается в том, что на каждой итерации сидеть и прогонять one-driven dynamics на то, чтобы десэмплировать данные, это достаточно медленно. Да? То есть вот мы вроде бы можем хорошую модель как-то обучить, но как долго мы ее будем обучать, ну, непонятно. Поэтому тот research, который ведется как раз-таки вокруг MoE модели, он заключается в том, чтобы как ускорить в целом этот процесс, где схитрить, где там, может быть, там внести какой-то лишний байс, но зато ускорить обучение. И по большей части вот все методы, которые здесь вот есть для ускорения, они вертятся вокруг идеи того, что давайте мы будем не забывать те наши старые сэмплы и, возможно, их продолжать сэмплировать. Да? То есть мы можем хранить какой-то, например, буфер наших старых сэмплов, в котором, во-первых, содержится такой совершенно случайный сэмпл, да, noise прям целиком полностью, и какие-то сэмплы, которые мы на прошлых итерациях уже сэмплировали. И когда нам на итерации обучения нашей энергии нужно будет получить сэмпл из неправильных данных, мы можем взять что-то из буфера и какое-то количество итераций, гораздо меньше, чем нам нужно было для того, чтобы сгенерировать эти данные с нуля, проитерироваться и получить какой-то новый сэмпл, который мы считали как неправильный сэмпл, да, который находится в модели. И вот этот сэмпл обратно его запихать в буфер для того, чтобы впоследствии его тоже, если что, использовать. И примерно вот все методы с ресерчем MoE модели, они вот вертятся вокруг этого, как я уже сказал. Либо там с попытками как-то исправить байс, который эти подходы могут внедрять. Но на самом деле, вот опять же, уже в этот момент можно использовать MoE подход. Вот. Но второй подход, который, мне кажется, намного более интересный, и я его сейчас о нем расскажу, это вот Noise Constraint Estimation, которым делается много более элегантный такой хак для того, чтобы учить модель, для того, чтобы избавиться от этой константы Z для обучения. Я сейчас покажу готовый алгоритм, как это делается, и впоследствии уже расскажу о том, какая мотивация Z стоит, как overall к этому могло быть придено, как к этому пришли и как другие подходы из этой идеи рождаются. Вот у нас есть снова наше какое-то распределение, которое мы параметризовали вот в таком вот виде. Мы можем сказать, что у нас есть, опять же, какое-то распределение наших данных и p-data, которая нам по большому счету неизвестно, как оно выглядит. Да, мы не можем из него засэмплить, мы не можем из датасета засэмплить, мы не можем посчитать плотности в этих точках вероятности. Плюс у нас есть какое-то распределение шума, например, нормального, да, вот pn. Мы можем из него засэмплить, мы можем посчитать плотность в любой его точке, вот с этим легко жить. И вот мы ведем такое вот смешанное распределение наших данных с шумом, которая будет смешиваться с какой-то вероятностью. Вот Y0 – это вероятность того, что у нас сэмпл взят из шума, и Y1 – это вероятность того, что сэмпл взят из данных. В частности, мы можем говорить, что у нас Y0 и Y1 равны по 50%, да, чтобы вообще совсем не париться. Да. Либо из данных мы берем сэмпл, либо из шума. И, соответственно, таким вот образом у нас порождается какое-то новое наше распределение вот этих смешанных данных. Мы из него можем, вот в случае с дейтом, с датой мы можем из него засэмплить, но посчитать его не можем, потому что дата нам неизвестна. И в этом распределении мы можем взять и его по байсу просто обратить и получить такой вот наивный, понятный классификатор того, у нас данные взяты из шума или из реального датасета. Да, мы можем попросту это посчитать. Ну, опять же, в случае данных мы это посчитать не можем. И то же самое мы можем проделать с нашей моделькой, которая параметризуется при помощи энергии. Да, то есть мы можем посчитать вероятность того, что какой-то сэмпл нам пришел из шума, либо этот сэмпл нам пришел из нашей модельки, которая энергией порождена. В этом случае даже мы можем, по идее, это посчитать, но опять же, тут у нас есть константа Z, которая там мешает это сделать. И вот, имея вот эти два распределения, ну, такие вот на бинарную переменную, это шум или не шум, при условии картинки, которые там у нас есть, мы можем взять и на самом деле постараться сматчить то распределение, которое есть у нас в данных, с тем распределением, которое у нас моделькой нашей создается. Да? То есть, опять же, из pn data мы можем засэмплить, мы можем взять
с 50% вероятностью сэмпл с данных, либо с 50% вероятностью какой-то нормальный шум. Мы можем его засэмплить. Соответственно, мы можем как-то сделать матождание по шуму и по нашим данным. И если мы попросту возьмем, постараемся минимизировать дивергенцию между этим вот бинарным классификатором с реальными данными и бинарным классификатором с фейковыми данными, которые у нас порождает наша модель, мы можем вот в действительности учить обычный классификатор, который нам будет как бы говорить сэмпл из реальных данных или из фейковых данных. И вся магия заключается в том, что если мы сможем обучить такой классификатор, да, мы сможем сделать так, чтобы наше распределение, которое вот порождено моделькой, совпало с распределением, которое порождено реальными данными, то это будет означать, что мы на самом деле еще и смачим наше распределение с распределением данных. И тем самым мы обучим модель. Что самое забавное, что во всем этом, если мы будем такую модель обучать, то на самом деле мы можем забить на нашу Z. Потому что если мы скажем, что Z у нас равна фиксированной, скажем, единице, то это будет означать, что вот это просто сама по себе экспонента вот минус энергии от X, она будет, так сказать, нормализовываться сама по себе. Она будет стремиться к тому, чтобы она в себе уже включала вот эту Z, да, и сама по себе она суммировалась в единицу. И это такой забавный факт. И как бы этот алгоритм, он, возможно, с самого начала, может быть, не совсем понятен, вот как к нему пришли, как, вот что здесь вообще произошло, почему так происходит. Но на самом деле, вкратце, вот если избавиться от всей мишуры, происходит следующее. Мы, во-первых, говорим, что у нас есть какое-то распределение, которое в себе несет, во-первых, реальные данные, и в котором есть явно несколько классов, да, два класса есть. Мы по байсу просто расписываем вероятность этих двух классов, и потом при помощи обычной классификации буквально решаем, пытаемся сделать так, чтобы вот эти наши классы, которые выдает нам наш классификатор с энергией, он помачился с реальным классификатором, который может быть. Вот и все. И вот на этой идее держится весь noise conservative estimation. И можно задуматься вообще тогда, в чем могут быть сложности и как этот метод может улучшаться в будущем, какие есть направления для его улучшения. На самом деле все, что можно делать, оно очевидно находится вот в первом пункте. Это создать распределение, в котором явно есть два класса. Да? То есть вот мы каким-то образом строим распределение, а дальше мы уже по байсу расписываем их и обучаем просто. И вот вопрос в том, как его создать. И в этом как раз-таки скрывается вообще вся сложность этого метода, то, что может показаться, ну давайте вот мы возьмем и любой возможный шум там произвольный запихаем в нашу модель, и у нас помачится наше распределение. Но на самом деле на практике-то, когда, опять же, мы когда это все обучаем, мы имеем какие-то вполне конкретные сэмплы. И вот я, например, возьму какие-то красивые картинки в хайрезе, допустим, с лицами людей, и возьму совершенно-совершенно случайный шум, который не имеет отношения вообще к этим картинкам совсем, он очень далек где-то от них. Обучить такой классификатор, как бы, ну, по идее, будет достаточно легко. И наша, как бы, как сказать, места, в которых наша энергия будет работать правильно для того, чтобы ставить правильные вероятности классов, оно будет достаточно примитивным образом устроено. Где-то, где рядом шум, он будет как бы сразу говорить, да, что это шум, а если это где-то рядом с чем-то, что вот чуть-чуть, хоть чуть-чуть похоже на реальной картинке, да, это все картинка. Но какую-то там реальную глубокую семантику того, как устроены данные, такая модель бы не ловила. Поэтому на самом деле во всем NSE хочется делать такой шум, который будет реально похож на наши данные, да, то есть как можно ближе к ним приближаться. И опять же, здесь может возникнуть ситуация, что типа, мы сделали очень-очень похожий на реальные данные шум, но мы никак не учим нашу модель на совсем-совсем шумных данных. Да? То есть мы не знаем, что если вот мы отойдем совсем далеко в какой-то там рандом, должна двигаться наша энергия для того, чтобы картинки получились правильные. И вот поэтому вопрос того, как задать это распределение шума, как его смешать с нашим данным для того, чтобы получить классификатор, это вот как раз-таки то, в чем заключается весь research с NSE. В частности, можно, да, вот простой пример, что если мы вот возьмем достаточно понятные данные так, в виде такого кольца, и если мы возьмем просто нормальный шум,
у нас есть то вот в целом, ну, как бы, с одной стороны, похоже, с другой стороны, по большей части будем нам брать сэмплы снова где-то из серединки, где у нас данных-то как бы и нету, а затрагивать границы кольца мы по большей части не будем. Мы, например, всякие интересные методы, ну, я не буду про них плотно говорить, того, как это можно делать, это вот как раз-таки задать это распределение через conditional SE, да, то есть мы можем наш шум обусловить нашей исходной картинкой, например, да, и к ней добавлять какой-то шум. И это все точно так же обучает. Там в целом чуть-чуть по-другому в итоге выглядит формула того, как это обучается, но идейно это получается, ну, вот реально очень-очень сильно похоже, да, просто строим классификатор какой-то. Либо там в некоторые ребята, например, обучали поток, да, на данных для того, чтобы генерировать шум, а потом эти данные использовали, да, как шумные данные для того, чтобы NCE тоже обучить. И в целом вокруг всего этого, опять же, все вертится. И я рассказал уже вот этих двух методах того, как это все работает, и расскажу про несколько прикольных способов того, как это вообще применяется, как это можно использовать, потому что, ну, я по большей части сейчас говорю о картинках, но на самом деле это применяется даже в NLP. Есть вот штука, которая называется residual EBM, на самом деле, я здесь ошибся. В чем суть? Вот мы возьмем, скажем, у нас есть какая-то языковая моделька, она обучена на каких-то наших данных. Ну, вроде как, она, по идее, это все-таки отличается от реального распределения. Мы старались ее обучить правильно, но обычно она не совсем правильно. В итоге, как бы, есть какая-то разница между распределением реальных данных и распределением, которое выдает нам наша исковая моделька. Давайте вот мы возьмем и скажем, что на самом деле вероятность данных под нашей моделькой, она состоит из двух частей. Вот то, что у нас есть от исковой модельки, и некий остаток, который мы еще не обучили. Вот если мы обучим этот остаток, то мы сможем подвинуть нашу модельку в сторону более правильного распределения. В целом, ну, почему бы и нет? Вот. И на самом деле вот это все точно так же можно обучать при помощи energy-based моделей. Мы можем точно так же взять и, как бы, сказать, что да, вот наша вероятность тогда нового текста, она выглядит подобным образом. Можем это все это дело расписать через NCE. Мы можем и в итоге обучать обычный снова классификатор, который бы говорил, текст у нас из реальных данных, или это текст, который был засэмплен из языковой модели. И буквально вот этим вот классификатором, который отличает реальные данные от засэмпленных данных из языковой модели, мы могли бы двигать нашу языковую модель в сторону того, чтобы она генерировала более правильные текста. И это тоже как бы такой достаточно забавный результат. И этот алгоритм, как бы из него засэмплить, он изначально не выглядит не очень эффективно, потому что ребята для того, чтобы потом эту модельку использовать, они берут и попросту сэмплят, скажем, 10 примеров из языковой модели, а потом их ранжируют при помощи вот этой своей обычной энергии, при помощи классификатора. Но на самом деле, не знаю, это не совсем реклама, мы обнаружили, что тот метод, на котором мы работаем сейчас, для того, чтобы сэмплировать с каким-то классификатором, тоже, кажется, может быть применен для этого. Да? То есть у нас, если есть какой-то классификатор, мы можем применить его только к части токенов впоследствии и из них уже засэмплить. Тогда это тоже будет на лету происходить без необходимости засэмплить заранее там 10-20 примеров. Вот. И такая вот небольшая прикольная связь, опять же, между энергиями и, как бы, таким обучением контролируемой ОМ-ки происходит. Вот, примерно так. И overall методы эти такие, ну, я не готов сказать, что прям их всегда хочется использовать, потому что MLE, ну, Maximum Likelihood Estimation, он в целом медленный сам по себе, но если его постараться сделать быстрым, то возникает какой-то байс. А NCE, он как бы в целом быстрый, но нужно подумать о том, как генерировать этот шум для того, чтобы модель обучалась правильно и красиво. Но как бы, несмотря на то, что мне никто сказать, что их, вот, опять же, хочется прямо сейчас там где-то использовать в проде, они вот позволяют сделать какой-то такой вот небольшой инсайт на том, как вообще наши модели обучаются, что мы вообще делаем, да, то есть вот, используя вот эту вот energy-based формализацию, можно было, вот, вы как раз таки появилась эта вот residual energy-based, которая улучшала языковые модели сами по себе. Вот, то есть, мне кажется, что это достаточно такая прикольная техника. И несколько примеров того, почему тоже, мне кажется, что эти energy-based модели прикольные, потому что они позволяют из коробки делать какие-то вещи, которые, ну, сами по себе, возможно, выглядели бы достаточно сложно, да, то есть мы можем, во-первых,
брать там какие-то наши картинки закарабченные и их исправлять. Мы можем там делать какой-то из коробки инпейнтинг или, ну да. То есть в целом, как бы это сделать при помощи других методов, иногда не всегда может быть понятно. Да? То есть когда-то может быть понятно, а в целом в NGBase моделях это все происходит из коробки, это ну, такое прикольное свойство. Во-вторых, на самом деле забавно выглядит то, что типа NGBase модели, они очень мало ограничений на нас накладывают для того, чтобы делать какие-то вещи. О чем я говорю? Ну вот, допустим, у нас если бы было бы несколько ганов, как засэмплить модель из этих двух ганов одновременно? Грубо говоря, да, у нас есть ган, который, я не знаю, сэмплит людей, и есть ган, который бы сэмплил, скажем, какую-то комнаты, да, и как нам бы засэмплить человека в комнате, ну, не всем понятно. С другой стороны, с NGBase моделями можно было бы каким-то образом попробовать совместить обе эти энергии для того, чтобы задать распределение, которое там одновременно и люди есть, с одной стороны, и с другой стороны, и комнаты тоже есть. И это вот из коробки все происходит. Вот. И примерно так, то есть на самом деле, как я уже сказал, очень простой подход, которого я по большей части всегда боялся, и он работает супер понятно и супер простой на самом деле. То есть такое, такая вот забавная ретроспектива, как мне кажется, методов машинного обучения, которые на самом деле сейчас набирают обороты. Потому что как раз-таки диффузионные модели, которые начинают показывать очень-очень прикольные результаты в генерации картинок и в других задачах, они все основаны тоже. Ну, по большей части, это тоже NGBase модель. Она очень явно имеет connection рядом с ними. И поэтому, как бы, мне кажется, интересно все-таки в этот момент уже было разобраться с NGBase моделями. Вот такой коротенький, понятный, мне кажется, рассказ получился.